Всем привет, друзья! Как и обещали, после завершения сезона «Новой жизни» мы подведем итог и ответим на несколько ваших вопросов. Вопросов было много, но на большинство из них мы не сможем ответить, так как это раскроет сюжет сериала в будущем. Мы уже не раз говорили, задавайте вопросы, в которых не будет спойлеров на продолжение. Но не переживайте, немного мы все-таки расскажем интересного. Итак, начнем. На этом видео мне будет помогать Молтон Фредди отвечать на вопросы. Сразу скажу, что если ты смотришь это видео, ты должен был заметить, что теперь наш канал называется не Axe FM, а Axe Studio, потому что мы вышли на новый уровень и будем повышать планку канала. Так что не удивляйтесь. Ладно, давайте приступим. Ну что, скучали по мне? Ну ничего, скоро я восстановлю свои силы и вернусь. У меня тут как раз завалялось несколько запчастей. Ну ладно, с этим потом. А сейчас давайте ответим на несколько ваших вопросов. Итак, первый вопрос от Зои Борзуновой. Точнее, сразу несколько вопросов. К сожалению, Мангл больше не будет, потому что она погибла, как и все фантом-аниматроники, которые остались под землей. Это очень печальная история, но по-другому быть и не должно. Насчет Фокси, конечно, он будет ее помнить и сильно скучать по ней, и винить себя за случившееся. Насчет марионетки, ну скажу так, он станет Лефти и уже не поменяет свой внешний вид, потому что он не просто залезет в его костюм, а полностью перевоплотится в него. Многие спрашивают меня, почему серии выходят так редко, почему так мало, делай по 20 минут и так далее. Если бы серии делались по щелчку пальцев, то было бы все просто. Но так это не работает. Поймите, наконец, я работаю один в создании анимаций. Помимо этого, есть и другие дела в реальной жизни. Также я стараюсь делать и другие проекты, и другие каналы, которые для меня имеют большое значение. Канал AxeX, канал Артём и Папа Плей. Я тоже не хочу оставлять без внимания, поэтому стараюсь распределять силы и время между всеми этими каналами. Вы не переживайте насчет этого, лучше подписывайтесь на все эти каналы, так как это наше все. Будем рады вам на всех наших каналах. Разные каналы, разные вселенные, но они могут однажды пересечься между собой, так что не ругайтесь на меня, а проявите терпение и понимание. Да! И не удивляйтесь, почему у меня такой голос. Голосовая система была повреждена после взрыва. Ладно, продолжим. Вопрос от дерзкого медведя. Да, многие не хотят, чтобы сериал завершился. Многие знают, что 7-й сезон будет финальным сезоном сериала «Новая жизнь». Но вы не переживайте. У нас после завершения сериала есть уже новый интересный проект. Новый интересный сериал. Также не забывайте про фильм «Противостояние», которую первоначально задумывался как сериал, но мы решили сделать из него полнометражный фильм. Да, простите, что так долго затянули с этим, но вы сами знаете, времени не было им заниматься. Но мы про него не забыли и планируем начать работать над ним в начале 2021 года. Как раз к этому времени завершим сериал «Новая жизнь». Но это еще не вся информация. Скажу по секрету, что у нас уже есть разработка продолжение сериала «Новая жизнь». Это будет «Новая жизнь 2». Но он уже выйдет в году, может, в 2022, после завершения нового сериала и выхода фильма «Противостояние». Так, и заключительный вопрос от Султая Бочкина. Насчет стримов, это все зависит только от вас. Если вы хотите, чтобы я проводил стримы чаще,
то напишите об этом в комментариях под этим видео. Мы могли бы проводить стримы на канале примерно раз в месяц или чаще, если будет желание. Делать там что-то интересное, общаться и отвечать на ваши вопросы в прямом эфире. Да, и многие спрашивают, когда первая серия 7-го сезона выйдет. Я планирую ее выпустить в первой половине сентября, но сначала выйдет трейлер. Так что запаситесь терпением и все будет классно. А сейчас я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Не забывайте поставить лайк и написать креативный комментарий. Мы всегда вам рады. Пока.